Сегодня, 1 октября, в Ростове-на-Дону, в парке культуры и отдыха 1 мая, прошла торжественная церемония открытия памятника микробиологу Зинаиде Виссарионовне Ермольевой. Именно ей своими жизнями обязаны тысячи солдат. В оккупированном Сталинграде, в полуразрушенном подвале, Зинаида Виссарионовна занималась разработкой пенициллина. Владимир Владимирович сделал все возможное вот такое приветствие подписать участникам торжественного мероприятия, посвященного открытию памятника Зинаиде Виссарионовне Ермольевой. Дорогие друзья, рад приветствовать вас на торжественной церемонии открытия памятника Зинаиде Виссарионовне Ермольевой, выдающемуся ученому, создателю отечественных антибиотиков, человеку удивительной судьбы, незаурядного таланта и большого личного мужества. Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Зинаида Виссарионовна добилась своих первых научных успехов. Благодаря ее подвижническому труду и результатам поистине уникальных исследований были спасены миллионы людей. И, конечно, отдельной героической страницей ее биографии стала организация в годы Великой Отечественной войны производства лекарственных препаратов от холеры. Это подвиг настоящего врача, беззаветно преданного Родине и своему благородному призванию. Отмечу, что открытие памятника Зинаиде Ермольевой приурочено к 125-летию со дня ее рождения и проходит в год столетия Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, у истоков которой она стояла. Уверен, что глубокое осмысление и сбережение научного и творческого наследия Зинаиды Виссарионовны станет вкладом в дальнейшее развитие российской медицинской науки и здравоохранения. Желаю всем присутствующим самых добрых впечатлений. Владимир Путин. Самое главное, она стала, вот, мне кажется, образцом для всех нас. Особенно для тех, кто учится сейчас в стенах Ростовского мединститута. Ребят, вы, девушки, вы можете все в этой жизни сделать. Всего добиться. И для этого надо просто честно, самоотверженно и с увлечением работать. Вот такие люди, как Зинаида Ермольева, это вот соль нашей русской земли. Дорогие ребята, девушки, мы вместе вот сделали это красивое место, а ваше дело попробовать внимательно погрузиться в жизнь этого замечательного человека, исследовать ее заветом и, главное, ее устремленности, чтобы служить своей России. Она это сделала сполна. 125-летие юбилея моей бабушки я не буду говорить как племянница, я буду говорить как лекарь от лица всех лекарей России. И я хочу сегодня, вдохнув глубоко, сказать большое спасибо, благодарность.